Так, всем бодрого утра. Значит, будем сейчас готовить кекс. Подглядел рецепт в Инстаграме, не знаю, что получится. Так, там было, значит, 3 яйца куриных. Первое. Так, второе. Третье. Угу. Потом, значит, добавляем сливочное масло 200 грамм. Ну, у меня не 200 грамм, чуть меньше. Сейчас я тут все это дело вот так вот перемешаю. Так, в общем, ладно, все равно сейчас это будет все взбиваться. Так, потом сыпем, ну, тоже 200 грамм сахара в рецепте, я посыплю чуть меньше. У меня здесь где-то 145. Далее добавляем разрыхлитель, одну ложку. Угу. Так, добавлю ванильный сахар. Угу. Здесь такое дело. Так, потом добавлю сметану 3 столовых ложки. Ой, 3. Ну, 3 ложки. Сметана домашняя, очень жирная. Давай добавлю не 3, давай добавлю 2 вот таких, а не как 3. Так, теперь нужно все это дело тщательно перемешать. Так, тщательно перемешали. Далее я добавил 2-3 капли заменитель сахара с клубничным вкусом от фирмы MyProtein. Протеин, один из лучших производителей спортивного питания. Вот, ну, уже добавлял, просто показал, что я добавил. Потом идут 200 грамм муки. Уже просеянной. Опять все взбиваем. О, ну, вроде бы все. Нет, не все. Стоп, один момент. Еще забыл кое-что. Забыл вот эту штучку. Я ее просто уже на глаз насыплю какао. Какао под названием «Мечта». Вот так. Так, вроде бы все готово. Вот наша форма. И мы сюда все это сейчас выкладываем. Тесто получилось густым. В общем, посмотрим. Да давай не буду я сильно много заморачиваться. Просто перелью вот так вот и все. Честно говоря, может, стоило муки побольше сделать. Что-то как-то... Ну, посмотрим, посмотрим. Так, ну, получилось, значит, вот такая вот штука. Все, сейчас она пойдет. Разогреваем духовку до 170-180 градусов и ставим ее туда на 40-45 минут. Ну и вот на выходе получился такой кекс. Не знаю, вроде пропекся, только вот этот краешек немножко меня смущает. Ладно, как есть, так есть. Надо его сейчас...